Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. Сейчас я нахожусь в Стамбуле. И чем знаменита Турция? Конечно же, чикен-кебаб. Чикен-кебаб. Ну, сначала вам покажу. Это просто улица кебабных каких-то. А что это такое? What is this? Ислам, мусульман, лам, лам. А, ламп. Специаль. Ага. Very nice, best. Кус? Yes. Кишкин, кишкин. Кишки, да, я понял. Да. Короче, кишки бараньи вот так вот раз, там и куски мяса внутри. Понятно все. Вот так вот давят все. Так, раз. Чик. Чик. О, листья для долмы. Вот это вкусняк. КГ. Офигеть, тут ценники. 12 лир, это 120 рублей килограмм лукума. 400 рублей килограмм вот этой. Ну, поняли, что она. Чучхела. Тут всякие орехи различные. Опять лукумы вкуснейшие. Вот. Сыры продают. Ну, непонятно. Турки по сырам вроде не очень. Вот тоже. Сыр. Какие хотите сыр? О, вон оливки. Всякие. О, мы сегодня на завтраке пробовали, ребята, такие вяленые оливки. 320 рублей килограмм вяленых оливок. Вот по 290 рублей за килограмм. 220 рублей килограмм. Какие хотите? Во. Вот эти вяленые помидоры сказали купить. Говорят, вяленые помидоры типа тема офигенно вкусная. Ну, это итальянская какая-то тема. Все, что хотите. Опять сыры, сладости, орехи, чучхела. Вот очень еще популярная тема, вот этот бейгл, да. Ну это бейгл, типа бублик. Бублик, да, вот всякие разные, там по одному лиру стоит. Каштаны жарят, вон они лежат, а потом их когда жарят, они аж бх, вот так вот бх, раскрываются. Тут кукуруза 4, 100 грамм каштанов 10 лир, 300 грамм 30 лир. 10 лир это 110 рублей порядка, где-то так, ну 100-110. Вот дёнер. О. Кстати, дёнеры недорого стоят и очень много их. Вот такие вот булки по 1 лира 75. А сейчас мы с европейской части отправляемся в Азию. То есть из Европы в Азию за 25 рублей, ребят. 2,5 лиры. Отправляемся в Азию и там посмотрим, что там по стритфуду, уличной еде и вообще еде в Стамбуле. Есть мороженое такое, айскрим это знаменитое. Карамель, чоколад, ваниль, лимон. Ага. How much? 10, 15, 20. Ага. За 10. Давай за 10. А нам не надо. Ты будешь? Да нет, холодно. А, ага. Thank you. Кружит. Вот башня Галата называется вроде. Там типа с нее вид очень красиво открывается, но там большая очередь. Мы не пойдем. Да.
это картошка, да? Крошка, картошка, да. А здесь у нас кебабы вертят. Крошку, картошку возьмем. Ты обожрёшься ей. Посмотри, видишь, доберут картошку и туда вот все по чуть-чуть, как у нас крошка картошка. А, вон, большая, 230 рублей, самая мощнейшая. Он прикалывается, типа из рук выпало. Хороший. Хороший, да? Давай, из топор. Фокус, как будто бы, как будто из руки упало. Мороженщики. Повсюду эти картошки. 220 рублей со всякими топпингами. Ешь сколько сможешь. И тут же кебабычи. 120 рублей. А можно вот такой, как дёнер взять круглый, за 70 вообще рублей обожраться. Вот такой вот стритфуд в Стамбуле. Салатик с лимоном. О, что-то маленький, чай, конечно, принесли. А я себе айранчик взял. Вкуснейший. Мне еще понравилось, ребят, здесь очень интересно. Вот на каждом столе, вот посмотрите, стоит вот такая вот... Соленый. Да, он соленый. Хлебная такая тарелка. Вот, можно, ну, хлебушек брать. То есть это как? Бесплатно. И с айранчиком. Заказали кюфта. Кюфта. Пойдем. Баранина. Вот так вот подают, ребят, если ты заказываешь, с таким вот на гриле острым перцем. И рис обязательно дают. Рис, кстати, со сливочным маслом, очень вкусный. Вот это кюфта. Это что там, типа котлетки такие как-то с бараниной. Вот с томатами. Как, вкусно? Вкуснятина. Стоит это вообще недорого. Мы вчера здесь обожрались на 57 гривен, ой, лир, 500 рублей. И сразу айранчиком. Картошечка сразу лежит, овощи, все это жир капает, сюда впитывается, очень вкусно. А вот он, знаменитый мокрый бургер. Здесь, ребят, дорого. 16 лир – это дорого для этой шавы. Ты не будешь? Вон. А? Пошарли, пошарли. Чикен, чикен. Так, ее прям в жире вот так раз изваляли. Вот смотрите, как ее обжигают, интересно. А есть айран? Айран. Мясо, картошка, острый перец. Вот, ребята, айран. Короче, айран очень популярная штука оказалась в Турции. Соленые огурчики, помидор, курица, картошка.
И никакого соуса внутри почему-то. Все с жиром. Шаурма получается 110 рублей, а вот это 5. Но если честно, я знаю, где литр можно айрана. В магазине литр айрана стоит 60 или 70 рублей на наши деньги. Здесь мне за 60 рублей его дали. Максимально вкусно, ребят. Там огурчики, все как надо. Такой у нас 3D обзор. Блин, за 100, за 110 рублей это круто. Нот к стритфуду. Друзья, к стритфуду также можно отнести знаменитые сладости. Вот тут, видите, дяденька такой с усами. Это вот какой-то он знаменитый. Очень много таких кафешек. Надо что-нибудь с Коробейкиной взять вкусное. Такие. Блин, она не любит рахат, вот этот лукумыч. Может, какие-то конфеты другие. А, во, вот это. Ого-го, вот это вот красота вообще. Просто вкуснятина. Вот такую подложку взять с Коробейкиной нормально, или вот такую в подарок. Не забывайте подписываться на канал, В общем, он сказал все за меня. Говорит, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Сан Саныч Богомолов. И пишите идеи новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Как он угрожающе это все говорит.